Приветствую вас, Мартин. В первую очередь я хочу сказать, что со своим коллегой Кудряшовым Игорем Леонидовичем я согласен, практически во всем согласен с ним. Вот, и я могу с полной уверенностью сказать, что да, тема страхов у вас присутствует, безусловно, и присутствует какая-то такая вот неуверенность в себе, да, плюс явно вы, ну, как-то вот, не знаю, пытаетесь, что ли, пытаетесь вы девушку как-то удержать, пытаетесь вы как-то теперь за нее цепляться, да, то есть вы именно вот что цепляете за нее, вы не хотите ее отпускать, потому что, ну, есть ощущение, что вот я ей понравился, как же я теперь могу ее отпустить, да, как же я теперь могу, там, не знаю, допустить. Как же я теперь могу допустить, что вот, что она будет там, к примеру, не со мной, да, допустим. Вот. То есть это, конечно, тоже не делает задачу по налаживанию отношений с девушкой лучше, да. Вот, это, безусловно, так. С другой стороны, вы, если излишне, на мой взгляд, концентрируетесь на себе, потому что вполне вероятно, что дело здесь не в вас, да, вовсе, а в том числе и в самой девушке, которая ну, могла находиться вот в таком определенном эмоциональном состоянии, вот, которая, ну, как-то вот сделала возможным все вот эти вот действия, которые она ну, совершала по отношению к вам. Вот, так что, то, что вы сразу все на себя здесь перебрасываете и говорите, что вот, это все из-за меня, ну, это, на мой взгляд, не совсем. Так, и, на мой взгляд, это не совсем соответствует действительности, мягко говоря. Нет, потому что у девушки могут быть и свои причины, почему она так себя ведет. То есть, может быть, ей там показалось стыдным, да, то есть ей показалось стыдным то, что она вот так себя вела. Вот. Ну, то есть это, опять же, этого вы знать не могли и не можете, но то, что вы думаете о себе, да, то, что, ну, вы считаете, что там дело в вас, условно говоря, это, конечно, свидетельствует о том, что вот какой-то такой, значит, эгоцентризм, да, он, ну, как-то вот в наличии, вот, эгоцентризм, он в наличии,
если у вас, то есть, эгоцентризм, здесь это вот как раз история про то, что вам не хватает там, например, допустим, внимания, да, вам не хватает и не хватает ощущения собственной значимости. На самом деле хотел бы я вам рассказать немножко о другом, да, хотел бы я вам сказать о том, что ваши отношения с девушкой, ваши отношения с девушкой, они ну, выстраиваются, вот они выстраиваются очень хаотично сейчас. То есть, то она с вами флиртует и пытается там как-то вас, значит, ну, добиться, да, то вы флиртуете с ней и пытаетесь ее добиться. Вот, но по большому счету это отношения, которые выстраиваются исключительно на таких хаотичных и, ну, я бы не сказал, что на стабильных основаниях, ну, на стабильных основаниях. Вот. И, соответственно, задача заключается в том, чтобы ваши отношения вывести на новый уровень, да, то есть на уровень не таких вот случайностей, как это сейчас у вас происходит, а на уровень, когда вас там связывает что-то большее, да, когда вас связывает, к примеру, какие-то общие интересы, что-то вот такое. И это вот куда более, мне кажется, важно, чем то, что вы пытаетесь сделать сейчас. Потому что даже если бы у вас все получилось, даже если бы у вас все получилось, все равно совершенно не факт, что вы после этого смогли бы как-то вот быть вместе, да, смогли бы ну, как-то взаимодействовать друг с другом, потому что вы, по сути, не знакомы, а ваше знакомство – это очень, ну, такая спонтанная история достаточно, вот. Поэтому я думаю, что если вам действительно девушка понравилась, вот, то, на мой взгляд, имеет смысл как раз таки постараться понять, что между вами общего, вот, чтобы был мотив проводить время вместе, вот. Потому что, ну, вот сейчас, да, на данный момент, ну, ситуация вот такая на данный момент, ситуация такая. И она, скорее всего, такой и будет.
Вот, и если девушка вас примет, да, то совершенно не факт, что у вас теперь получится. А разочарование от этого, ну, возможно, будет еще больше, да, еще сильнее. Вот. Поэтому я рекомендую вам, я именно рекомендую вам тешить себя иллюзиями. Если девушка понравилась, старайтесь находить что-то общее. Вот. Ну, а для того, чтобы находить что-то общее, для того, чтобы было что-то общее, да, здесь, на мой взгляд, все в какой-то степени понятно, вот, потому что, если вы хотите, чтобы было между вами общего, то нужно верить в то, что вы делаете, верить в то, чем вы занимаетесь. То, чем вы занимаетесь, и прочее, 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 да, если вы в это не верите, то он, соответственно, ничего и не будет. Вот, для этого, конечно, тема ваших страхов, она как никогда важна. Вот. Такой вот ответ я могу вам дать, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.